В Шымкенте арестован участковый, которого подозревают в совершении массового ДТП со смертельным исходом. Страшная авария, один человек погиб, 9 пострадали, среди которых 2-летний ребенок. Также не подлежат восстановлению 8 автомашин, в том числе и автомобиль лейтенанта полиции. Обо всем подробнее Ирина Абрамова. Страшная авария произошла здесь. Напротив зоопарка есть небольшое кафе. Именно отсюда в начале 3 ночи после застолья вышли несколько супружеских пар с детьми и начали рассаживаться по машинам. По словам очевидцев, «Лексус» на огромной скорости протаранил 4 припаркованных автомобиля, в которых уже сидели люди. От удара одна из машин сбила еще несколько пешеходов, среди которых был 2-летний ребенок. В больницу скорой медицинской помощи в эту ночь привезли сразу 9 пострадавших. За жизнь водителя «Тойоты» медики боролись до утра. 6 больным была оказана медицинская помощь. Они получили легкие травмы, то есть ушиб мягкой ткани. Отправлены были на амбулаторное лечение. Из 3 госпитализированных больных все травмы тяжелые. У одного больного было срочно было взять в операционную. Была, значит, у больного ампутирована нижняя конечность. Несмотря на проводимое все лечение, значит, больной, значит, скончался. Сбитая 2-летняя девочка, жительница Актау, с тяжелой травмой головы сейчас проходит лечение в областной детской больнице. Предполагаемого виновника аварии, который в ту ночь сбежал с места ДТП, стражам порядка удалось арестовать только накануне. Им оказался лейтенант полиции Альфа-Арабийского РУВД Шымкента. Им оказался мужчина, житель Сайрамского района, 86-го года рождения. Он работает помощником участкового инспектора в одном из отделов УВД города Шымкент. В данное время он получает лечение в одной из больниц. Его сопровождает конвой. Мера пресечения выбрана арест. Подозреваемому в погонах предъявлено обвинение сразу по 2 статьям Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП. Эксперты выясняют, был ли арестованный пьян. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шымкент.